Всем привет, друзья! С вами Гамбит, и мы возвращаемся в карьеру за Криштиану Роналду. Да, он главный тренер теперь. И возглавляет он португальский Спортинг. У нас сегодня 4 матча. Давайте взглянем, собственно, на календарь. Первый матч, как вы можете понять, уже с Реал Соседадом. Это центральный матч этого выпуска. Также у нас будет 3 матча в португальском чемпионате. Пока я еще, ребят, не определился, с кем мы сыграем. Наверное, мы сыграем вот эти вот все 4 матча, которые сейчас на ваших экранах. Но как-то так. А уже в следующем выпуске пойдет у нас второй круг Лиги Европы. По составу, что можно сказать по составу на матч с Реал Соседадом? Реал Соседад, я думаю, все-таки, на мой личный взгляд, посильнее, нежели Лиль. Вот думаю, может быть, выпустить более опытного Борху. Я, наверное, так, ребят, и сделаю. Ну вот так, наверное, будет выглядеть состав. Хотя, возможно, наверное, Кварежма у нас уйдет. Да, все-таки Кварежму я, наверное, заменю. Вот теперь уже точно все. Переходим к матчу с Реал Соседадом. Будет заруба. Я уверен. По составу. Александр Исак, Порту, Айарсабаль, Силва. Да, Давид Силва в Реал Соседаде. Мерина, Илья Роменди, Лустондо, Сальдо, Модриале, Ремира. Состав вообще отлично. Реально очень топовый составчик. Кто не смотрел карьеру за Реал Соседад в FIFA 20, милости прошу, там в плейлисте все есть, если интересно. Ну что, поехали. Добро пожаловать на футбол, Лига Европы. Спортинг у себя дома принимает испанский Реал Соседад. Кабрал сейчас находится в феноменальной форме. 5 мячей забил этот парень в 3 матчах. Это очень хороший, достойный результат. Турнирная таблица Лиги Европы на ваших экранах. Команды уже вышли и готовы начать матч. Но прежде всего нужно прослушать гимн Лиги Чемпионов. Вот. Айарсабаль, Александр Исак, Порту, быстрый, ловкий дриблер Мерино, Илья Ромеди, хорошие опорники. Но состав очень и очень добротный у испанской команды. Ну и, конечно, Давид Силва. Капитан Давид Силва. Ушел он из Манчестер Сити и будет доигрывать, я так понял, в Испании. А возможно, даже куда-нибудь и за океан рванет. Давид Силва. Александр Исак разворачивается. Швед, технично, Силва. Почти, почти им удалось. Курар. И вот здесь забросик на Фернандеша. Пробить в ближний мощно. Ой-ой-ой-ой-ой, Фернандеш, Фернандеш. Курар. Кабрал. И вот сюда передача на Гонсалвиша. Гонсалвиш смещается. Удар Гонсалвиша. Вот вам и момент. Порар зацепится. Порар. Сохраняет мяч Шпорар для своей команды. А вот здесь. Кабрал. Еще какая комбинация. Кабрал пробить. Еще раз пробить. И в сантиметрах просто. Вот этот Спортинг, конечно, начал. И пошла контратака. Контратака Спортинга. Кабрал. Кабрал. Мендель. Подключение Мендеша. Мендеш. Прострел. Потрясающий момент. И вторым темпом Гонсалвиш открывает счет. Спортинг выходит вперед. 1-0. Во втором тайме, конечно, Спортинг видно, что совсем с другим, знаете, настроением вышел. И немножко, мне кажется, испанский клуб этого не ожидал. Он думал то, что по сценарию первого тайма будет протекать матч. Но в итоге кто-то Криштиану Роналду там наговорил. Интересно, что Спортинг начал играть совсем по-другому. 1-0. Педро Гонсалвеш. Двойная замена у Спортинга. Также пошла замена уже и у Соседада. Кето. И вот сейчас, нет, не проходит передача. Гонсалвиша съедается всеми потрохами. Нужно возвращаться, обраться. Айарсабаль с мячом.
Перевод потрясающий на правый фланг. Порту, конечно, укротит эту передачу. Тут видно на ближней штанге футболист Реал Соседада, но Порту решил не рисковать. Ждет партнер по команде. В итоге Кабрал с мячом. Вьето. И вот сейчас передача потрясающая. Вьето. Вьето устремляется, но в итоге положение вне игры. Как же раздосадован 10 номер лиссабонской команды. И все, друзья. 1-0. Победа Спортинга. Мне кажется, план был на игру. Спортинг этого плана придерживался, и в результате 3 очка в копилочку португальской команды. Так, ребят, ну что, у нас следующий матч в чемпионате Португалии. Спортинг принимает Фамаликао. Спортинг поднимается потихонечку по турнирной таблице вверх, занимает уже 4-е место. А вот наш соперник... Так, подожди, где он? Наш соперник находится... Да где ж ты? Я почему-то не вижу... На 12 строчке находится этот клуб по составу на этот матч. Ну, давайте-ка, наверное, Вьето выпустить в основе. Хотя, да, давайте все-таки Вьето. Куарежма. Дальше. Жезус у нас играет вместо Венделя. Вендеш сыграет слева. Ну, вот такой составчик у нас будет на этот матч. И, кстати, возможно, Вилалба выйдет. А Вилалба у нас заменит... Наверное, вот так вот сделаем. Ну что, можно приступать к матчу? Понятен фаворит. Дождливая погода. У них есть и Мартинес, у них есть и Родригес. Это как бы нормально. Ну а самое, что интересное, Клобин играет в ворота. Португальская лига. На ваших экранах Спортинг. Фамаликао. Поехали. Гонсалвиш. Мартинес. Технично сейчас было. Очень технично. Еще удар. Я думал, мяч в сетке. Христовский. И вот сюда, на Фернандеша. Фернандеш. Передача на Палфиню. Тяжеленный просто наш опорник. Что-то непонятное происходит сейчас. Фернандеш. Гонсалвиш. Фернандеш, Гонсалвиш. Вьето. И вот здесь Кабрал. Кабрал пробрасывает мяч. Удар в ближний угол. Ну, мне кажется, немножко... Побоялся Кабрал протащить мяч, а пробился да неплохо. У нас угловой. Кабрал, подача высоченная в штрафную. Вот здесь Вьето. Вьето. Все-таки съедать. В концовочке первого тайма можно было попытаться отличиться, но... По-прежнему 0-0, и Спортинг играет хуже. Это так, что Спортинг действительно играет хуже Мартинес с мячом. Гонсалвиш. Вьето, ох, как хорошо разыграли! Гонсалвиш просто расстреливает и бежит к болельщикам. Наверное, извиняюсь за просто ужасный первый тайм. Хорошая комбинация. Гонсалвиш подключается и снова отличается. Отличная, отличная комбинация. Через центр Вьето. Молодец, отлично сыграл подыгрыш. Ну и посмотрите, что сотворил Гонсалвиш. На силу под перекладину. Ну такие мячи не берутся. Немножко, мне кажется, перемудрили футболисты Спортинга. Жезус. Еще передача. Вот здесь можно подключить Гонсалвиша. Нет, это был Палфиньо. И передача на Вьето. В расчете, что зацепится. Все, друзья, минимальная победа Спортинга. Смотрелся Спортинг ужасно. Была, по сути, ну, где-то две атаки было. Много владел мячом их соперник, но атака сработала. Криштиану Роналду все равно доволен. Доволен результатом, думаю, но недоволен игрой. 3 очка в копилку лиссабонского клуба. Так, ребят, ну что, у нас следующий матч с клубом... Маритимо.
Маритима находится на какой строчке? Давайте посмотрим. Так, на седьмом месте находится этот клуб. А Спортинг уже, кстати, Спортинг поднимается на второе место и сравнялся с Порту. Слушайте, немножко даже неожиданно для меня. Интересно, очень-очень интересно. Так, ну ладно, давайте тогда к составу. Играем мы на выезде, и матч, я уверен, будет сложный. Джезус у нас, наверное, все-таки на этот матч останется на скамейке запасных. Вместо него выйдет Пендель. Пьетто тоже останется на скамейке запасных. Я думаю, Фрара мы пока выпустим помощнее. Ну и дам, наверное, уже побольше времени игрового Камашу. Засиделся он на скамейке запасных. Ну так-то он выходит, но мало, очень мало играет. Это я сам прекрасно понимаю. Ну что, друзья, очередной тур. Чемпионат Португалии. Маритимо принимает у себя дома Спортинг. Посмотрите, как организованно возвращаются футболисты хозяев. Кабрал вот сейчас хорошим, может быть, и еще можно дать передачу. Шпарар пробить в ближний угол. Ну что это за удар? Это был не Шпарар, это был вообще Кварежма. Я просто... Передача на Шпарара. Шпарар. Еще навес. Будет? Нет, навеса не будет, конечно. Гонсалвеш ставит корпус. Вендаль. Совсем один. Палфиня. И удар. Но поспешил Гонсалвеш. Да, и он понимает, что зря, наверное, наносил удар с лета. Хотел как лучше, а получилось вот так. Вот такой вот удар. Камашу. И вот сейчас на Гонсалвеша. Гонсалвеш должен такие реализовывать. Конечно, проворонили нашего Гонсалвеша. 30-я минута матча. Все-таки со второй попытки 32-й номер распечатает ворота своего соперника. Элементарная, по сути, комбинация. Но здесь дали ему время даже сместиться в центр. И он мог даже не забить. Посмотрите. Подкате летел защитник, и немного не хватило везения. 1-0. Гонсалвеш, конечно, хорош. Пендаль. Передача на Гонсалвеша. Тот в свою очередь. Сразу же их момент какой. Хороший был розыгрыш. Голкипер в этом эпизоде не сплоховал. Пендаль. Гонсалвеш. Гонсалвеш смещается. Еще один момент. И мяч в сетке. 0-2. Спортинг удваивает преимущество. И снова Гонсалвеш. Какой же удар получился у этого парня. Явно в огне. Явно в огне. 32 номер. И снова Шпарара дает голевую передачу. Давайте посмотрим. Хорошая комбинация. И пробил сразу же. Ну пробил. Во-первых, точно. Во-вторых, пробил из-под защитника. И тяжеловато было голкиперу отреагировать на этот удар. Он даже не видел. Он уже понимал... Вот здесь, когда мяч влетал в сетку, и прыжок такой, знаете. О, как разыграли! Как разыграли! Великолепное забегание. Машумяна не спит. По сути, первый раз вступает по-настоящему в игру. И еще один угловой. Высоченная просто передача. Гонсалвеш. Камашу. Набирает скорость Камашу. Очень напрягает. Камашу. Неплохо Камашу сейчас сыграл. И можно... Устремляется седьмой номер. Камашу. Он сейчас штрафной. Отличная передача на Гонсалвеша. И тот оформляет хитрик. 74-я минута матча. Гонсалвеш 0-3. Я думаю, это уже точно все. Прижали хозяева буквально минут на 10. И казалось, что вот-вот должны забить. В итоге вот такая хорошая контратака. Гонсалвеш оформляет хитрик. Все, друзья, 0-3. Уверенная победа лиссабонской команды. Спортинг, конечно, в этом матче сыграл очень грамотно. И Гонсалвеш забирает мяч в свою коллекцию. Так, ребят, я решил, наверное, все-таки Унай Вилалоба у нас будет менять позицию на цапника, так как и Гонсалвеш уже потихоньку становится цапником. И нам нужен футболист, который будет заменять этого парня. Вилалба номинальный центральный полузащитник, но мы сделаем его сапником. Это будет здорово. Две позиции, ЦП и, собственно, цап. Это великолепно.
Так, следующая игра у нас в спорте Манэнсе. Борха хочет играть в стартовом составе или как минимум выйти со скамейки запасных. Ну, скорее всего, он сыграет у нас в старте Вьетта. Нам говорят, что Вьетта, скорее всего, достиг своего пика. И что же тут? Ладно, я думаю, там даже 80 не будет. Давайте глянем, мне просто любопытно. И Вьетта, наверное, сыграет в старте в этом матче. 79 у него. На ваших экранах сейчас Педро Гонсалес. 6 мячей забил этот парень в прошлом матче. Оформил хет-трик. И он, на секундочку, лучший бомбардир португальского чемпионата на данный момент. Собственно, матч начинается. Спортинг играет у себя дома. Погода дождливая. Но это не мешает футболистам выходить и показывать зрелище. Я надеюсь, что этот матч не будет исключением. Нужно жестче. А что было? Ребят, я не нажимал на кнопку отбора. Это очень забавно выглядит. Я просто пытался вытеснить, но вот габариты нашего уругвайца. Вот такой вот пенальти. Вот такой халявный пенальти в наши ворота. Поехали, поехали, Ой-ой-ой, ах ты. Как же Фабрисио-то, а? По-пижонски, в стиле Пирло. Ну ладно. 1-0. Вот такой пенальти... Ох, как хорошо сейчас, как хорошо. И можно заброс сделать на Вьетта, Вьетта. Достанет, красота будет. Не будет красоты, друзья. Как все было сделано великолепно. И Вьетта молодец, да. Небольших габаритов этот аргентинец, но поборолся в борьбе. Умудрился проткнуть этот мяч. Ценой даже повреждения. Хотя, посмотрите, там его чуть не затоптали. Не может вынести мяч. Вот сейчас, Гонсалес. Гол. Все-таки мы дожали. Не смогли футболисты Кости вынести мяч как следует. Сорвался. Я не знаю, что там. Самого такое 100 раз бывало. 1-1. Прижали мы так неплохо. И сразу пошел перевод на фланг. Но здесь Ристовский. Очень здорово. Плата. Свеженький, кстати, Плата. Хочу заметить. И Вьетта это понимает. Сразу же нагружает. Ускоряется Плата. Шпарар. Просто врывается в штрафную. Прострел на дальнюю штангу. Момент мог быть хороший. Вот это может быть опасно. Какой хороший забегание. Удар с летом. Ашумяна не двинулся. И выбивает мяч на угловой. Подача в штрафную. Еще один момент. Фабрисио идет на дубль. Финальный свисток. Ужасный, ужасный матч у нас получился. Как-то все-таки со стабильностью у нас... Небольшие проблемы, то только вот обыграли 3-0 соперника, сейчас 1-1, и я думаю, все-таки Спортинг-то на большее и не наиграл. Гонсалес снова забивает. Так, ребят, ну что, завершается очередной выпуск. Подытожим. После победы со счетом 3-0, когда наш Гонсалес оформил хитрик, я думал, ну все, вроде бы есть... Какая-то стабильность нарисовывается. Но по итогу сразу же очень сложный матч и 1-1. А что самое грустное, Спортинг-то на победу вообще не наиграл. Да, поставили пенальти, нам интересно, но это уже дело другое. Давайте посмотрим, у нас есть ежемесячный отчет о молодежном составе. Есть какие-нибудь изменения? Ну, в принципе, ребята развиваются, тут уже 17 лет до Силвы. Нужно будет, наверное, тоже подписывать его. Вот этот парень. 900 тысяч. Вот это я понимаю. Лино Диас. Подписываем с ним контракт. И сейчас посмотрим, что он там из себя представляет. 170. 100. 230. Тоже не то. Да, 475. Но посмотрите, у него потенциал 82. Вот. Парень Алессандро Энрикес. 94 потенциал. Я пока его подпишу, но насчет основы большие вопросы будут. Вот этот парень, вы посмотрите. Просто топище, ребят. 1,5 миллиона, 15 лет. Габриэль Нагуэра.
На этом я предлагаю завершить выпуск. Не забывайте, ребят, подписываться, комментируйте, поддержите видос лайком. С вами был Гамбит. Пока-пока.